вами стартануть, потому что все дома. Иначе начальник будет злиться. Можем, конечно, остаться на ночь, что-нибудь. И поехать на поменянный. Сейчас хотите на поменянный еще? Нет. Хотим. Сегодня, домой, прямо сейчас. Все, может, повторим теперь виклан? Вот после него мы обычно катались на трамвайчике, потом шли на виклан. Как вы думаете, что вот как? Нет, я бы не пошла на виклан. Что проще, что сложнее? Ну, это кажется, вот знаете, когда утром приезжать, 4 часа и на раз в 3. Не, ну там такие красивые места, конечно, лучше на рассвете, когда они поедут. Да. И там народу нет, это полюде. Да. На полюде. Да. И когда ты идешь, не жарко. Он посложнее, из-за того, что дорога длиннее, более сложнее дорога. Вот эта вот жара, она вот забирает у тебя силы, и как ты начинаешь тормозить. А где ветерок? Где бойкость? Так начали хорошо. Как разговаривает, он сидит посреди реки и гребет ветром. Уму сейчас будет. Дед Мазай и Заяц. Точно. Вот, тут было плохо. Ну да, зато она такая, блин, кристально чистая, края. Как не очень? О, она хорошо зеленая.